Здорово, Почанские, с вами снова Манч, Космический Волк, да. С Новым годом наступившим всех поздравляю, да. Желаю всем всего самого наилучшего, чтобы нас Star Citizen в этом году радовал побольше, конечно, чем в предыдущем, потому что в конце нас неплохо обломали с докфайлами, да. Но будем надеяться, что этот год принесет нам больше счастья, радости и веселья, да, как обычно говорят. Счастье – это здоровье. Да. В общем, как и говорил раньше, хотел я сделать смотр на новый Avenger, Мститель. На свое хотение я, в принципе, буду сейчас воплощать в жизнь, так сказать. Да. Ну что, тогда предлагаю приступить к осмотру. Так. Тут уже все подготовлено у нас, в принципе, да. Стоит созвездие. Так, аврорка. Не буду я садиться в баги. Не хочется. Лучше пробежаться пешочком. Так, это у нас Супер Хорнет. Который полностью... Нет, не полностью, но обнаженный, можно сказать. Обнаженочка такая. Так, а что там у меня такое там стоит? Трехсотка появилась. Так, вот он, виновник нашего сегодняшнего обзора. Так, изменения он претерпел более чем полностью со старым видео, в принципе, можно ознакомиться на моем канале, ссылка появится, наверное, там где-нибудь, да. Давайте приступим. Так, первое и самое важное, это то, что наш кораблик был переработан целиком и полностью. Были изменены шейдеры и текстуры. Текстуры стали более детализированными, да, и модели тоже. Претерпело изменение переднее орудие, которое сейчас отображается, в принципе, не идеально, конечно, но уже смотрится это дело на 4 с плюсом, я бы сказал, или на 5 с минусом, например, да, если по пятибалльной. Трехствольное орудие, которое закреплено на специальном, закреплено, угол обзора не поворотное это орудие, тут в принципе небольшой угол будет, но не так, как у турельки, да. Так, значит, текстуры изменены. Прошлый кораблик, в принципе, он по дизайну был красивый, но сам по себе он такой замыленный, что ли, был. Так вот можно сказать. Прям как под консоли там, старого поколения. Там, третий PS там, и Xbox 360, да. Так. Значит, что у нас тут? Типа модные надписи на крыльях, красивые диодные ленточки. В принципе, они такие и были на старом. Сейчас смотрится получше, чем раньше. Так. По-моему, здесь светились сопла раньше. Сейчас нет. Давайте сразу к виновнику. Я нажимаю. Дверь открывается более плавно, чем раньше. Персонаж заходит, как-то он так провалился под текстуры.
Так, немножко притормаживает. Закрываем дверь. Щелей вроде бы не видно, да? Это уже радует. Какая-то герметизация у нас присутствует в салоне. Так, вот здесь вот персонаж проваливается. Вот. А нет. Он просто сгибается. Ясно. Так, здесь у нас небольшие камеры, судя по всему, для хранения какого-то товара. Для перевозки. Здесь уже пусто почему-то, хотя, судя по модели, там, по-моему, есть пространство еще какое-то. Так, вот карго-модуль наш, это, наверное, можно так назвать, претерпел большие изменения. Здесь вот этого вот полностью не было. Шланги там валялись абы как, теперь они тут как-то так закреплены. Судя по всему, по этим шлангам будет подаваться кислород. Сколько тут этих отделений? Раз, два, три, четыре. Четыре, а тут шесть. Значит, не сюда. А может быть и сюда. Пофиг. Аегис. Так, сверху у нас... Это открытие. Вчера запиливал себе тут от стенки небольшой шкафчик, там тоже были такие газовые лифты, только намного поменьше в размерах, да. Так, сюда мы раньше попасть не могли. Здесь у нас отделение, где наш персонаж будет отдыхать. То есть это у нас еще один кораблик, который предназначен для дальних полетов на дальние расстояния. И такое есть в Авроре. Понятное дело, там фрилансер, там созвездие, это уже корабли побольше, да. И такое теперь у нас есть в нашем Мстителе. Так. Это отделение напоминает фильм «Пятый элемент», там, где сцена со стюардессой там была. Думаю, это всем сцена запоминающаяся, да. И здесь у нас вход в наш кокпит. Кокпит. Кокпит? Кокпит, правильно, да. Нажимаем F, хватается за верхнюю ручку, быстро поворачивается. Вот он, баг. Глюк-баг, как хотите, так и называется. Эта рука у нас держит штурвал, а это у нас где-то застряло в воздухе, непонятно где. И ноги, судя по всему, тут вниз посмотреть нельзя нормально. Я не заметил, на педали он там поставил ноги. При повороте корпуса, по-моему, ноги тоже поворачиваются, да? Или это так кажется? Не, по-моему, поворачиваются. Ну да ладно. Приборная панель, в принципе, светится яркими огоньками. Раньше она была вроде как посветлее, по-моему, да? Но дизайн не изменился, ничего они не стали выносить на экраны мониторов, как это было сделано неудачно в Катласе нашем, да? Новеньком. Ну как новеньком? Модельки новенькой, да? Нет, все-таки рука тоже как-то неудачно лежит. Да, не захватил он штурвал. Ну да ладно. А как выбраться из этого-то? Из этого-то выбраться-то как? А? Ладно, пока можно посмотреть на вид сзади, вид спереди. О, как ему плечо выворачивает, посмотрите, при повороте туловище-то. А вверх вниз и голова такая, танцы, расколбас пошел, не детский. Можно будет музыку какую-нибудь наложить, потом сделать прикольное видео. Да, да, можно будет. Нет, нельзя. А, в сторону не хочет головой махать.
сказать нет не может, понимаете? Только да. Не-н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 е. Да. Да. Ладно, проехали. Так, можно увидеть такую вот модельку в текстурах прям. Здесь у нас ничего нет, значит, понятно. Пустое место. Проводка. Ну, в принципе, здесь мы и так все видели, да? А, о, точно. Второе место-то пропало. У нас же было в старой версии два места. А сейчас у нас только одно. Как у него голова-то поднимается опасно вверх. Внизу у нас тут ничего интересного, в принципе, нету. А, вон я щель заметил, посмотрите. Ну и как это так-то? Как так-то? Аегис? Крис? Не смогли сделать нормально? Вплотную, так сказать. Так, маневровые движки у нас. Там же, где и стояли, находятся, да? Только сейчас они более выражены стали и более красивые такие, да. Вот, в принципе, и все. Давайте мы в нормальный вид вернемся, а то это ломает психику. Еще... О, как он. Как он выпрыгнул-то. Ну, как только спустился напор, сразу на пол сразу стали слышны шаги. Так, тут у нас орудия не поменялись, по-моему. Все осталось как прежде. А вот здесь должна была быть, как бы, отображаться лестница, которая вот отсюда вот должна выезжать, по идее, но я не могу активировать ее. У меня даже не подсвечивается надпись. Она более такая миниатюрная стала, удобная. Раньше здесь стояла приставная такая, и можно было по ней прямо забегать туда. А сейчас должна высовываться маленькая. Так, присядем-ка. Здесь, в принципе, у нас что-то будет. Я, правда, не в курсе, что. Поэтому сказать вам не могу точно. Потому что лень было искать. Ну, вот, в принципе, вы сами можете видеть обновленный Avenger. Он смотрится поинтереснее, чем прошлая версия. Так что пакет при приобретении пакета за 75, или сколько он там сейчас, долларов, вы получаете еще бизнес-инкард придачу. То есть, как бы, кораблик поинтереснее 300-ки будет, которая в обычном ангаре продается, а бизнес-ингар, как бы, получаете почти на халяву, да? Вот. 300-ка по этому, как подавить. Надо понять, что тут стоит-то. Черная. Обычная, что ли, 300-ка. Почему не написано? Вон. 315-я, да. Ящики, здоровенное пространство, в которое поместится Идрис по частям, да. Все, смотрик сделал, можете определяться, нужен вам, не нужен кораблик. В принципе, за ту цену, которую заявили разработчики, очень достойное решение. Кстати, пушка у него здесь, по-моему, самая крупная из доступных, типа, на своем классе. Ну, как-то так. Как-то так, да. Все. До новых встреч. С вами был Манч. Будем ожидать докфайтов. Да, долгожданных, которые все-таки перенесли. Ну, что? Ничего не поделаем, да? Да, будем ожидать новых корабликов, да. Все.
все. До новых встреч. Пока-пока.